В будущем Тобольском аэропорту начался очередной этап, предусматривающий возведение аэровокзала и других объектов наземной инфраструктуры. С ходом строительства ознакомился губернатор Тюменской области Александр Мор. Тюменская область профинансировала обустройство подъездных дорог к аэропорту и ремонт автодороги Тобольск-Вагай. Инициатор и инвестор строительства аэропорта – компания «Сибур». Ввести воздушную гавань в эксплуатацию и начать регулярные пассажирские рейсы планируют в следующем году. Взлетно-посадочная полоса уже получила положительное заключение Ростехнадзора и приняла первый технический рейс. Параметры полосы – 45 метров в ширину и 2400 в длину – позволяют принимать среднемагистральные воздушные суда типа Boeing 737 и сухой Superjet 100. Готовы и рулежные дорожки, перрон, командно-диспетчерский пункт. На сегодняшний момент осуществляются подготовительные работы, погружение сваи в здание гаража для спецтехники. На данный момент прогресс составляет 11%. Терминал будет площадью 5900 квадратных метров, то есть с административным зданием. Тобольский аэропорт станет запасным вариантом для Тюменского Рощина на случай плохой погоды. Кроме того, скоро начнется выбор имени, обязательно с привлечением общественности, голосование, подобие всероссийского проекта «Великие имена России».